Но все-таки хватает и негативных прогнозов. Даже конкретные сроки есть. Например, один из самых известных украинских экономических аналитиков Эрик Найман считает, что уже осенью в Америке может начаться полноценный экономический кризис, который неминуемо отразится на остальных странах. В том числе и на Украине, критически зависимой от экспорта, а значит и от цен на сырье. Если сырьевые цены полетят вниз, проблемы будут очень серьезными. Храните кэш и готовьтесь к худшему. Так Найман подытожил свою оценку ситуации.